На МЦД-4 начал курсировать обновленный поезд «Иволга». Это уже четвертая модель. Он изменился не только снаружи, но и внутри. Например, стало больше дверей и пассажирских мест. Старт движению мэр Москвы Сергей Собянин дал сегодня на станции Нижегородская. Репортаж Сергея Деянова. Самые новые поезды «Иволга-4» уже на линии московского центрального диаметра. Первое, что обращает на себя внимание – обновленный дизайн и интерьер. Фронтальная часть маски поезда стала темнее и лаконичнее, а в салоне подголовники и поручни окрашены в цвет ежевики. Но, конечно, главное – новые технические характеристики. Четвертой модификацией «Иволги» уже реализовано увеличенное количество дверных проемов. Это позволит пассажирам, это будет намного актуальнее, особенно актуальнее в часы пик при плотном движении электропоездов по направлениям, более комфортная посадка и высадка пассажиров. «Иволги» выпускает ведущий российский разработчик «Трансмаш Холдинг». При создании четвертого поколения электропоездов учли пожелания пассажиров и машинистов. Поезд стал еще комфортнее и безопаснее. Почти 2 года я работаю машинистом в ЦППК на МЦД. Мне довелось управлять всеми моделями поездов компании. Но больше всего впечатлило «Иволга 4.0». Это самый современный электропоезд. Поезд быстрее разгоняется и плавно останавливается. Теперь в вагонах 3 двери. К тому же они более широкие, тамбуров нет. А значит, пассажиры смогут заходить и выходить быстрее. На центральных диаметрах с момента их запуска количество пассажиров увеличилось на 40%, а внутри города в 2 раза. И, конечно, не последняя причина тому качественный подвижной состав, который мы внедряем. Сегодня на МЦД-1 и МЦД-2 полностью обновлен подвижной состав. На Д-3 будет закончен в этом году и на следующем году на Д-4. Таким образом, 100% подвижного состава на диаметрах будет новыми. Мы специально создавали новый поезд «Иволгу» для центральных диаметров. И сегодня уже 4-я модель запускается этого поезда. Она максимально приближена к самым лучшим мировым стандартам. Спасибо «Трансмаш Холдингу», который разрабатывал, производит этот поезд на 97% из российских комплектующих. Ну и надеюсь, пассажиры оценят его. Благодаря сквозному проходу можно перемещаться по всему поезду. Одним из первых на «Иволге-4» проехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что до конца года на МЦД поставят 53 современных поезда, в том числе 27 поездов «Иволга-4.0». В новом поезде удобно и родителям с детьми в колясках, и маломобильным пассажирам. Возле каждого сиденья разъемы для проводов и столики с беспроводной зарядкой для телефонов. Поездка может стать даже своеобразной экскурсией для гостей города. Полина Кострицкая, Сергей Деянов, ТВ-центр.